Оксана Іваненко, психолог, акредитований гештальт-терапевт, тренер, ведуча трансформаційних ігор. Проводила семінари і тренінги в 10 країнах, таких як Англія, Ірландія, Молдова, Литва, Латвія, Білорусь, Чорногорія, Україна, Єгипет, а також 28 містах. Так, доброго ранку вам. Вітаємо в нашій студії. І таке одразу до вас питання, а ви шопоголік? Думаю, що ні. Хоча покупки делать люблю. Угу. Отже, сьогодні будемо розбиратися, як можливо визначити в собі риси шопоголіка, і можливо, щоб ці риси не зайшли дуже далеко, і їх треба трошки приглушити. Отже, хто такі шопоголіки? Це хвороба, чи це можливо якийсь спосіб розважитися, але дуже такий некорисний спосіб? Шопоголізм – це ізначально як спосіб приглушити якісь негативні емоції. Угу. И, может быть, это в виде зависимости, это когда человек уже не контролирует свои покупки, когда приходит для того, чтобы купить, не понимая, для чего ему это нужно. Вот это вот и есть отличительная черта, что шопоголики покупают для самой покупки, то есть ради процесса. Uh-huh. А если просто есть удовольствие от покупок, и я знаю, для чего мне это нужно, то есть есть цель, есть мотивация, есть понимание того, что в моем гардеробе этой вещи не хватает, то тогда это уже здоровый вариант покупки. Угу. Давайте пройдемось по ознакам шопоголізму, бо їх там доволі так багато. Давайте, можливо, з першої, і хтось зараз собі впізнає і буде думати, що ж із цим робити. Які там ознаки шопоголізму є у нас? Основные признаки шопоголизма – это немотивированные покупки. Это когда я захожу в магазин и покупаю то, что вижу. Да? И второй признак шопоголизма – это когда человек тратит деньги, не понимая того и не оценивая свои реальные возможности. Это когда человек попадает в кредитные какие-то обязательства, да? Не соизмеряет своих возможностей, когда он теряет ощущение реальности вот уже в самом процессе. Вот. Еще один признак шопоголизма – это когда человек очень эмоционально включен в свою покупку, может ее обсуждать, может о ней говорить, но это происходит очень недолго, потому что эмоциональное насыщение, да, за которым, в принципе, идет шопоголик, оно достаточно кратковременно. И если вначале кажется, что вот она свобода, вот она вещь, которая наконец-то подарит уверенность, да, то это вот эффект быстро проходит. И тогда необходимо повторение. Это вариант зависимости, по сути, да? И можно сказать, что есть необходимость в новых таких дозировках. Так, я зараз сижу і розумію, що, здається, я шопоголік. Тобто, якщо я купую зараз річ, і от просто от вона мені необхідна, і все, я от піду її куплю, а потім через декілька хвилин чи через день я розумію, що вона мені взагалі не треба, чи я не знаю, куди її просто залучити, то це вже виявляється, я шопоголік, так? У мене є хвороба. Это не обязательно так, но можно протестировать себя и помочь себе, отложив покупку на завтра. То есть, если есть непреодолимое желание вот здесь и сейчас, купить. И если вы знаете за собой такую особенность, что потом вещь некуда приложить, некуда деть, она никак не вписывается в ваш гардероб, то тогда лучше вот этот эмоциональный пыл проверить временем и покупку сделать на следующее утро. Так. Зрозуміло. Я сподіваюся, ви запам'ятали і сьогодні не будете казати, що от мені необхідно. Нехай ті знижки і будуть, краще подумати декілька разів, щоб не купувати зайве. Я чула, що причиною шопоголізму є якісь, там з дитинства просто вони можуть бути, що от впливає наше дитинство, можливо те, що там не було грошей, зараз з'явилася оця свобода і ми дуже багато її. Чи справді це так? І як можливо це побороти, як себе зупинити в тому, щоб купувати все якнайбільше і не потрібне додому? Це одна з причин відсутствия денег в семье, в родительской, да, или наоборот, когда денег было много, и родители таким образом проявляли любовь, покупая вещи. Вот ребенок понимает, что через вещи можно получить любовь. Либо, если этого не было, и родители в средствах были ограничены, то тогда у него формируется такое желание детское, насытиться наконец-то вещами и одеть себя так, как вот очень хотелось в детстве, которое во взрослом возрасте утолить практически невозможно. Вот, потому что это детская мечта, вот тогда хотелось этой вещи. Да? И тогда взрослый человек вот покупает, 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 но детскую
детскую неуверенность, детскую тоску. По родительской любви вот вещами, собственно говоря, насытить нельзя. Тобто проблема не в тому, що є багато грошей, а проблема в тому, що їх і немає. Так, і так, і так воно все одно виникає. Може бути, може бути. Тобто не завжди залежить. Скоріше всього, я би сказала, що основною причиною шопоголізму, як в принципі і будь-якої залежності, тому що шопоголізм – це залежність із ряду прочих. Да? Там, туди ж можна віднести і наркозалежність, і алкоголізм. Да? Ну, це, звісно, посерйозніше, це вже хімічна залежність. Вот. Но структура по структурі – це дуже похожі речі. Это когда внутренний человек чувствует себя в чем-то недо, недостаточным, неуверенным, ну, какую-то некую свою ущербность он ощущает. И тогда есть потребность заполнить вот это внутреннее пространство пустое, которое он понимает как вот какую-то недостаточность, чем-либо. Ну, це навіть коли у нас є депресія, так, і от ми думаємо, та піду собі щось куплю чи щось хочу, тобто краще від цього відмовити, так? Таким чином себе не заспокоювати, тому що це може призвести до такої залежності від покупок просто. Я не думаю, что это всегда будет приводить к зависимости, потому что иногда шопинг очень уместен и помогает. И запретить женщине делать покупки просто из страха, что это может развиться в шопоголизм, да? Просто это не сработает, этот запрет, да? Но если есть, если вы знаете за собой такую склонность, да, что вы можете без меры покупать, да, и потом на следующее утро обнаруживать себя рядом с кучей ненужных вещей, которые никак не компонуются, то тогда вот здесь вот уже нужно призадуматься, стоит ли свою депрессию таким способом подлечивать, либо какие-то другие методы применять. А як з цим боротися, з шопоголізмом? Бо і близьким як теж допомогти, можливо, своїй рідній людині, якщо вони знають, помічають за нею такі ознаки шопоголізму, і самому якось перебороти, можливо, побороти ось цю залежність, розкажіть, будь ласка. Вы знаете, есть два варианта. Первый вариант – это управление этим в ручном режиме. Это что значит? Это значит, что по возможности забывать кредитную карту дома. Ох, це важко. Вона завжди в гаманці лежить. Да, потому что если есть такая запасная, да, запасной резерв денег, то он в этот момент, когда человек заходит в магазин и видит волшебное слово «скидки», то он забывает про то, нужна ли ему вещь или не нужна, какая она нужна, какого цвета, там, какого фасона. То есть действует уже сама возможность купить. А если это внутренне уже как-то включается как какое-то хорошее действие, да, то человек может на это все очень быстро вестись. Поэтому забывать кредитную карту – это один из способов ручного регулирования шопоголизма. Потом можно брать еще с собой подругу, которая более прижимиста, которая может трезвым взглядом оценить и как-то одернуть. Ну вот то, что я говорила, откладывать до завтра, но это, если человек шопоголик, то практически нереально. Поэтому я говорю, что это на ранних стадиях работает, и было бы хорошо об этом вспомнить, вот, но мало верю в это. Вот, что, ну, вот в этом состоянии, когда вот есть такой вот аффект, да, когда вот приходишь, там написано «скидки», и все берут, и такая музыка прекрасная звучит, и вот такая возможность, да, ограниченная временем. Это же все рекламные вещи, которые очень хорошо включены и вписываются вот в, ну, в какие-то психические процессы. Вот, поэтому... Да, еще очень хороший способ – это понимание и того, что мне нужно. То есть расписывать список вещей, которые необходимы. Да? Возможно, знание своего гардероба профессиональное. Да? Возможно, консультация со стилистом, которая поможет понимать, что мне нужно, а что брать совершенно ни к чему. И мы сегодня також, до речі, проконсультуємося з стилістом, що нам необхідно сьогодні купувати, від чого краще відмовитись. Дійсно, дуже така, ну, масштабна проблема, я б сказала, хвороба 21 століття її називають, модна хвороба, тому що дуже багато, і дійсно ця музика, і знижки, які відбуваються майже щотижня, вони просто ось так от вмикають людину, і вона йде, не думаючи, купує. І, так. Поэтому, от я говорю, що от це от все такі от способи,
способы, которые регулируют в ручном режиме проблему, да? А если уже действительно проблема имеет место, то тогда лучше говорить о каких-то внутренних способах изменений. Потому что, ну, так как мы с вами говорили, что причиной тому некая внутренняя неудовлетворенность собой, когда хочется себя украсить, когда хочется себя нарядить для того, чтобы внутреннюю какую-то недостаточность прикрыть. Вот, и вот тут бы хорошо и позадавать себе вопросы вот, про свою уверенность, про то, что со мной происходит, а что такого, какой дискомфорт я пытаюсь заглушить, откуда этот дискомфорт. Ну, это, скорее всего, вопрос, который можно разбирать с психологом уже. Я теж про це подумала. Взагалі, найкраще це, звісно, ну, кажуть, ідіть на шопінг, не думаючи, купуйте собі там те, що ви хочете. Ні, шопінг має бути продуманим, прописаним, щоб не було зайвих витрачених коштів і зайвих куплених непотрібних речей. Так? Дякую вам. Майже розібралися з цим питанням, чи ми є шопоголіками. Я думаю, багато зараз і задумуються, і будуть думати, як сьогодні провести Чорну п'ятницю із користю, щоб дійсно придбати щось корисне для себе, для дому, і залишитися з грошима ще на найближчий тиждень. Я нагадую, Світлана Іваненко, психолог, сьогодні була у нас в гостях, розібралася з поняттям шопоголік. Тож продумайте сьогодні свою п'ятницю. Дякую вам за поради, як завжди корисні, я думаю, для багатьох, особливо і для мене сьогодні, дуже вони будуть потрібні.